Вчера в 6 часов пополудни скончался наш обожаемый монарх, король Антус IV. В связи с кончиной короля вновь объявляется розыск наследника престола. В младенческом возрасте он был похищен злоумышленниками и подкинут неизвестно кому. Опознавательные приметы бывшего младенца: 3 родимых пятнышка повыше поясницы. Населению надлежит оказывать содействие уполномоченным на розыск лицам. Как ты думаешь, Эван, о чем он поет? О любви. Соловей поет, а соловьиха слушает. Фу, какое слово-то противное, соловьиха. Ну а как же ее еще назвать? Ласточка. Ну что ты говоришь, Мария? Ласточка — это совсем другая птица. Любимая всегда ласточка. Даже у обезьян. Ласточка ты моя. А можно я тебя поцелую? Ну вот еще. Целоваться. А почему нельзя? Все люди, когда любят, целуются. А ты же еще не человек, ты мальчишка. Ты подожди, пока у тебя усы вырастут. Хорошо, я подожду, а ты можешь не ждать. Прощай. Я шел, увидел птичка на земле, взял свою волшебную палочку и, естественно, вознесся. А вы разве волшебник? А кто же еще? Добрый волшебник. Ну, положил птичка в гнездо, хотел спуститься, а палочки-то нет, уронил. Она! Она самая! Ловите! Опа!
Пульти, пульти, лесенка. Оп. Ну, юноша, проси все, что хочешь, я у тебя в долгу. Ну что вы, дедушка, мне ничего не нужно. Смотри, юноша, не упускай случая. Я ведь волшебник и могу исполнить любое твое желание, даже самое невыполнимое. Но если самое невыполнимое, тогда вот что. Да, именно Фью-Фью. И напрасно я его жду, не придет он. Ты же ведь знаешь, какой он обидчивый. Мария! Мария, смотри! Раз, два, три, вот! Фу, гадость какая! Вот дурень! Ой, больно! Больно! Господи, да что же это такое? Ну что, я шел по лесу и случайно спас одного волшебника, а он и говорит... Проси у меня все, что хочешь. И он действительно все может? Все. И ты попросил у него усы? Ага. Из-за меня? Ага. Ой! Они еще и колючие. Господин волшебник! Господин волшебник! Избавьте меня, пожалуйста, от ваших усов. Ха, не понравились. Вы только не обижайтесь, дедушка. Мария говорит, что это не усы, а два кошачьих хвоста. Ай, дурочка твоя, Мария. Но если женщина что-нибудь требует, тут уж, естественно, ничего не сделаешь. Энтики, энтики. Спасибо вам, дедушка. За что? Ну как за что? Вы так много для меня сделали. Спасибо. Стой! Ничего я для тебя не сделал, но сделаю. Ты мне жизнь спас, и, естественно, я у тебя в долгу. Слышишь? Я у тебя в долгу. Ох, Эван, как тебе хорошо без усов. Тебя как звать, парень? Эван. Так. Так. Родители у тебя? Кто? У меня нет родителей. Так. Так. А ну-ка скинь курочку, парень. Скинь, скинь. Скинь и рубашечку подними сзади, парень. И сними штаны. Ну, до некоторой степени. А ты отвернись, дуреха. Раз, два. Парень! Должны мы тебе сообщить, что ты вовсе даже не парень, а младенец. Подкинутый отпрыск. Так сказать, наследник престола. То есть, король. Эван, миленький, ну не может такого быть. Ни с того ни с сего и вдруг король. Да вы что, смеетесь надо мной? Или ошибка какая-нибудь? Нет, все сходится. Да, и приметные пятнышки да. На положенном месте. На положенном. Скачи во дворец. Thank you.
ноги назад! Нет! Ты что делаешь, дура? Можно его величество руками хватать! Отпустите ее! Покорнейший слуга вашего королевского величества, государственный канцлер Краб. Прошу, ваше величество, проследовать в карету. Мария! 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 Невоспитанная девица. Это Мария, моя невеста. Но не ваша, какого-нибудь сапожного подмастерья. А вы король, у вас великое будущее, и вы должны... Что я должен? Забыть свое прошлое. Вот это вы запомните. Раз и навсегда. Не узнали, ваше величество? Ух ты! Король! Придворный актер, ваше... Эргос! Не надо! Придворные дамы. Советники. Не могу. Не могу. Простите, ваше величество. Не могу. Чего он не может? Не могу молчать. Так пусть говорит. Я не могу и говорить, ваше величество. Почему? Да потому что у меня нету слов. Дайте. Дайте. Дайте мне скорее красноречие Демосфена. Дайте. Дайте мне слог Гомера. Эргос. Не надо. Я сам. Я сам. Простыми, но идущими из глубины сердца. Словами. Ваше величество. Откуда? Откуда, ваше величество? Оттуда? Я спрашиваю, откуда в простом юноше это царственное величие, это горделивая осанка, этот орлиный взор, это чело, высокое чело, в конце концов, откуда все это? Откуда? Заткните уши, ваше величество, заткните уши. Зачем затыкать, если меня хвалят? Вас не хвалят, вам подло льстят. Ай-яй-яй-яй, позор, стыд. Король молод, неопытен. Вы же пытаетесь отравить его душу ядом лести, ядом низкопоклонства. Один бомж все понимает. Один бомж все знает, все видит. Это же ложь, чепуха. Все видят. И царственное величие, орлиный взор, и чело, все. Но это уж мало. Чего мало? Зрения мало, чтобы по достоинству оценить все ваши достоинства. И вот я... Закрываю глаза и слышу. Чего слышите? Гармонию. Шепот струн. Музыку души вашего величества. А вы, господа, слышите?
Слышим. Идемте, Ваше Величество. Не извольте беспокоиться, Ваше Превосходительство. Бобс в долгу не останется. Вы у меня попляшете. Ой, как вы у меня попляшете! Вот, Ваше Величество. Это наш искусственный дворцовый парк. Последнее изобретение нашего химикуса-механикуса. А вот эта яблонька, Ваше Величество, одновременно и цветет, и плодоносит. Ствол золотой, а листочки из червонного золота. А яблоки из чего? Из магазина, Ваше Величество. Из магазина? Каждое утро свежие вывешиваем. Вот, извольте отведать. Вкусно. Спасибо, папаша. Просто прелесть. Ну, а что ж в нем вкусного? Яблоко действительно румяное. Но на вкус, можно сказать, мягкий. Ступай. За что вы его? За то, Ваше Величество, что вы же изволили его по плечику похлопать. Уж неприличный, совершенно неприличный восторг пришли от дрянного яблочка. Так ведь действительно прелесть, вы попробуйте. Король восторгается, а мужик-садовник говорит не ахти. И получается, что то, что для короля прелесть, для мужика-садовника не ахти, ведь вот что получается, Ваше Величество. Что королю, значит, не положено? Королю все положено, но многое не подобает. Ах, Ваше Величество, Ваше Величество, уж очень вы просты, Ваше Величество, уж очень откровенно. А это что, тоже плохо? Да очень хорошо. Простота и откровенность – самые драгоценные качества возвышенной благородной души. Ну вот видите, самые драгоценные. Драгоценности прятать надо. И подальше. Так. А эти цветы, значит, тоже не настоящие? Да это как сказать, Ваше Величество. Я полагаю, что цветочки эти искусственные в глубине души думают, что они-то и есть самые настоящие. Так какая же может быть душа у искусственных цветов? Искусственная, Ваше Величество. Искусственная душа – самое натуральное явление. Что вы делаете, генерал? Убиваю негодяя! В присутствии короля! Опомнитесь! Ваше Величество! Генерал-адмирал, июнь, июлиус, август, март, апрель. Оберштат, химикус, механикус двора Вашего Величества, Гуперт, Мирониус, Теофаст, Бомбаст, Кварк. А я Эван. Король, господа, что между вами произошло? Произошло насмехательство над честным воином посредством науки, техники и нахальства. Извольте взглянуть, Ваше Величество. Цветы. Цветочки. Действительно, цветы. Натуральные? Так точно. Возьмите себя в руки, генерал. Доложите суть дела, Его Величество. Докладываю суть, Ваше Величество. Имея, с одной стороны, высокое звание, с другой стороны, я имею в некотором роде унизительную... Плешь. Унизительную плешь? Так точно. А плешь вызывает заочные шутки и непристойные загадки в стихах. Разрешите доложить.
Голова как полено. То есть голова как колено. Глуп как полено. Кто этот мужчина? Генеральский мужчина. Так, так, так. Так что я вынужден был обратиться к науке. А наука в лице этого негодяя намазала мне голову какой-то вонючей мазью, надела на голову глиняный горшок и пообещала, что через неделю будут первые всходы. Ровно через неделю я снимаю горшок и обнаруживаю вместо волос вот эту вот ботанику. О, Господи, Боже мой. Бегу к этому проходимцу и требую. Сними позор с моей головы, а он не хочет. Не хочу и не могу. Я обязан ознакомить ученых всего мира с этим великим открытием, с этим огромным успехом. Обязан. Да какой же успех, когда вместо волос цветочки? С научной точки зрения тут нет никакой разницы. Просто у нашего подопытного генерала под черепным покровом оказалось слишком много испарений. Что? Я подопытный? У меня испарение? Ваше Величество, или дозвольте мне пристрелить этого негодяя, или примите мою отставку. Вы что, с ума сошли, генерал? Что это за или-или? Извольте успокоиться. Есть успокоиться. Ступайте. Есть ступать. А все-таки жалко его. Да что его жалеть-то, Ваше Величество? Он-то прославится на весь мир. А вот господина Механикоса действительно следует поздравить с успехом. Поздравляю. Благодарю. Господин Механикус, а почему у нас в саду птички не поют? Да. Вот все есть, а птичек нет. А каких птичек Ваше Величество предпочитает? Мне соловьи нравятся. Ага. У вас будет соловей. Высококачественный, круглосуточный, золотой соловей. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Руки. Ваше Величество, урок закончен. Мерси. Эрго финикст, кронат опус, квивис пацет парабеллум. Основное, Ваше Величество, это голос и улыбка. Эрго финикст, кронат опус. Повторите, Ваше Величество. Эрго финист, кронат топус. Браво, Ваше Величество, великолепно. А теперь улыбка, Ваше Величество. Улыбка. Давайте изобразим с вами что-нибудь такое королевское, снисходительное. Ну, например. Ха-ха. Ха-ха. Великолепно. Ваше Величество, вот так и зафиксируем. Браво! Ваше Величество, Ваше Величество, во французском языке главное произношение. Остальное абсолютно не важно. Попробуйте сказать. Баран жевал траву. Баран жевал траву. Тревье. Зажмите двумя пальчиками ваш кончик носа и скажите по-французски. Баран жевал траву. Баран жевал траву. Тревье. А можно сказать гневно. Баран жевал траву. Баран жевал траву. Великолепно. Тревье. Ваше Величество. А попробуйте сказать нежно. Баран жевал траву. Баран жевал траву. 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 Très bien. Ваше Величество. Ваше Величество. Позвольте мне почтительнейший преподнести вам после долгих упорных трудов, но и сочиненную, и выполненную, самодвигающуюся из звука воспроизводящую птичку под названием соловей.
Извольте, Ваше Величество, приподнять хвостик и поверните ключик на 2 оборота. Обратите внимание, Ваше Величество, насколько искусственный соловей лучше и удобнее настоящего. Настоящий соловей поет только весной, когда и без того хорошо, и вполне можно обойтись без соловьиного пения. Искусственный же поет летом, зимой и создает у вас весеннее настроение. И причем? Настоящий соловей, как все живое, в конце концов, обречен на гибель. Искусственный же, при надлежащем обращении, вечен. Вечен! Ваше Величество, я приписываю это честь не себе. Нет. О новой победе человеческого разума над природой. А почему победе? Они что, воюют? А как же, Ваше Величество? Вечная война. А разве нельзя по-хорошему? Господин кухонный мужик, в каком звании вы состоите? Младший лунти раздевала. Вот видите, идете мимо ведра. Так точно? Да не точно, мимо. Еще раз замечу, разжалуй рядовые и сниму с кипятка. Госпожа судомойка второго ранга. Ой, мечтать надлежит лунной ночью и в другом возрасте. Понятно. А сейчас день, и от мечтаний посуда чище не становится. Что у нас на носу, госпожа судомойка? Что у нас на носу? Очки у вас на носу? Да не очки, а коронация. Коронация у нас на носу. Угодно, прелестное создание. Возьмите меня на работу, бабушка. Твоя бабушка в деревне осталась, я тебе не бабушка, а обер-супер-статс-гоф-лейб-камер-судомойная дама первого ранга. Так и следует ко мне обращаться. Госпожа, обер-статс-гоф. Супер пропустила. Госпожа, обер-супер, лейб-статс-гоф. Камер. Судомойная дама первого ранга. Молодец. Ну... Так какую же работу ты хочешь получить? Все равно какую. И жалованье не нужно. Чего ж тебе нужно? Бабушка, миленькая, пойдемте со мной на одну минуточку. Я вам все расскажу. Ну ладно, пойдем. Ну, рассказывай. Я должна поглядеть на него. Взглянуть хоть одним глазком. Да на кого взглянуть? На Эвана. На короля? Королем он потом сделался, ни с того, ни с сего. Мы с ним из одной деревни. Ну-ну,
Он у моего отца подмастерьем был, жениться нам не хотел. Король, на тебе жениться? Как это так? Очень просто, как все люди женятся. Он меня очень любил. Госпожа, Убер, Супер. Не ломай язык, не ломай язык. Называй меня просто бабуся. Бабуся. Слушай, девочка, а что, если он и теперь тебя любит? Ой, нет, не думаю. Ведь тогда он был обыкновенный человек, а теперь король. А когда человек становится королем, он перестает быть человеком. Правильно, перестает быть. Что ты говоришь, дурочка, да за эти слова в тюрьму сажают. Эва, меня в тюрьму. Храбрая. Слушай, а что, если он и теперь тебя любит? Вот возьмет и женится. Никогда этого не будет. Не пойду я за него замуж. Ни за что не пойду. Что же, разлюбила? Вот уж и нет. Ему и без меня трудно. Нет, бабушка. Он должен жениться на самой настоящей принцессе. Ну так что зачем же ты? Бабушка миленькая, ну как же вы не понимаете? Взглянуть на него только один разочек. Один разок и все. Ну ладно. Хорошо. Назначаю тебя оберсупер судомойкой второго ранга. Я слатал каблучки, золотые каблучки, обошел целый свет, подходящей ножки нет, подходящей ножки нет. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Чего? Вот нехорошо. Вот это нехорошо. С минуты на минуту сюда прийти должны. Кто? Прославленный заграничный мастер. Он хочет шить вам платье для предстоящей коронации. А что, разве у нас нет своих мастеров? Найдутся. Зачем свои, когда есть заграничные? Слугам придворный портной и маэстро-закройщик всех королей и монархов мира Бруно Бартолетти. Как? Бартолетти. Ага. Прошу сундуки! Слуга очень честный и немножко глухонемой от рождения. Маэстро, покажите его величеству образцы ваших тканей. Парча венецианская! Прима! Экстра. Бархат испанский. Экстра прима грандиозо. Вуаль французская. Экстра прима грандиозо уникале феноменале колоссале. Ну что ж, кое-что подходит. А что у вас вот в этом сундуке? Нет, это нельзя. Никак нельзя. Это особенная ткань. По специальному заказу его всемогущества государя.
Так это как раз то, что нам нужно. Покажите, маэстро. Нет. 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 Нельзя. Невозможно. Ну что ж. Это самая удивительная ткань. Самое прекрасное, но имеет в себе один большой секрет. Если человек берется не за свое дело, если сидит не на своем месте, если он негодяй или глупец, он никогда в жизни не сможет увидеть эту волшебную ткань. Как это не сможет увидеть? А вот так это. Смотрит и ничего не видит. Ничего. Понимает? За такую ткань никаких денег не жалко. Сошью себе платье, надену и сразу буду узнавать, кто дурак, а кто умный. Я приказываю открыть сундук. Ваше Величество! Но ведь никаких «но». Прошу. Ваше Величество, разве это не есть сама красота? А? Мне трудно сказать. В сундуке темно. Темновато. Ну что ж, цвет превосходный. А вы что скажете, Ваше Величество? Узор довольно красивый. Маэстро, берем. Раздеть его, Величество. Оставим. Thank you.
Неплохо. Недурно. Ай да бомс. Ай да молодец. А, прошу вас, прошу вас, прошу вас, заходите. Спасибо, что не сочли за труд откликнуться на мое приглашение. Садитесь, садитесь, ваше превосходительство, садитесь прямо сюда, ваше превосходительство. Какое уж тут ваше превосходительство? Цветочный горшок в мундире. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А почему вы их, не скосите? Так что не имею права. То есть как не имеете права? Лысина все-таки ваша. Пока мировая наука не ознакомится, моя лысина находится под охраной королевств. Приказ канцлера. Какое издевательство. Это хуже, чем всякое издевательство. Пробовал я их причесать на пробор. Ну, не зовут еще туда-сюда, а эти... Все равно стоят торчком. И вы не поверите, господин советник, божьи коровки занялись и гусеницы. Ну-ну. Старый воин. Юний Юлиус, август, март, апрель, плачет. Гранит содрогается. Утес всхлипывает. Нет. Нет, так дальше продолжаться не может. Вы стали жертвой гнусного заговора, мой генерал. И вы, и я, и все честные люди во дворце. Знаете же, хочет нас всех погубить. Скажите мне, что вам известно о новом платье короля? Да, все известно. Вот во всех смятении я и то беспокоюсь. Можете не беспокоиться. Никакой волшебной ткани не существует. Не существует. Короля обманули. Обманули? Да. И на коронации наш бедный король предстанет в голом виде. Что вы говорите? И никто, никто не посмеет сказать бедному королю, никто, что он голый. Никто, это точно. Но вы. Я. Вы-то настоящий мужчина. Да, вы так думаете? О-о-о. Вы выйдете. Да, я выйду. Отважно и самоотверженно скажете королю. Да. Я скажу. Что вы ему скажете? Я скажу, ваше неопытное величество, что вас окружает? Мошенники и подлецы вас окружают! Гоните их в шею, а этого канцлера и механикуса ко всем сердцам! Thank you.
будете исполнять свой героический долг. А я, господин советник, не пойду. Что? Да, никак, никак нет. Вы на людей поглядите. Они смотрят, смотрят в полном восхищении чувств. Вижу, что с вами? Мантия в бриллиантах и синяя-синяя, как небо. А штаны такие серебристо-золотисто-сиреневые. Видишь, трус. Баба. Баба, баба. А вы вот пойдите и скажите, если вы такой храбрый. А я вижу. Позвольте верному слуге! Что вам нужно? Величество, снять с вас пушеточку. Теперь вашему величеству надлежит произнести тронную речь. Любезные мои верноподданные! Эван! Эван! Ты посмотри, что с тобой сделали эти негодяи! Эван, опомнись! Ты же голый, Эван! Эван! Иди ты, руку, что? Ну ты смотришь, ты меня... Стой! Что? Что тебе говорят? Отпусти! Да что ты? За руку отпусти мою! Держите, держите! Вот болваны! Ну, отпусти! Погоди! Перелез к озеру!
Это как же прикажете понимать? Дедушка, миленький, позвольте, я у вас спрячусь, со мной гонится. Да кому ты, глупенькая, нужна? Кто за тобой гонится? Вся королевская кавалерия. Они сейчас здесь будут и схватят меня. Не бойся, не схватят. Дай ручку. Иди сюда. Дербушюр! Волшебная колыбельная. Кавалерийский номер один. Дедушка, выходит, волшебник. Волшебник, естественно. А это не вы, Эвану, дурацкие усы прирастили? Может быть, и я. А усы, кстати, получились неплохие. А ты, значит, Мария? Ну да. Постойте. А в короля? Тоже вы его превратили? Естественно. А что случилось? Погубили вы его, вот что. Думать надо, прежде чем палочкой-то своей махать. А еще волшебник называетесь. Вы что, не знали, что там во дворце все поддельное? Поддельные соловьи, поддельный смех, поддельные слезы. Все стараются обмануть друг друга. А Эвана они все вместе обманывают. И такого доброго, простого парня в полного болвана превратили. Отблагодарили вы своего спасителя, нечего сказать. Ай-яй-яй, не предусмотрел, а? Не предусмотрел. Что же мне теперь делать? Просто ума не приложу. Не могу я его королевского звания лишить. Это почему? Правило такое. Без согласия превращенного обратное превращение строго воспрещается. Злым волшебникам разрешается. Добрым нельзя. Стой! Стой! Как стоишь, стой! Ну, посмотри-ка ты теперь на себя. А зачем это вы меня в какую-то королеву превратили? Я не хочу! Вы слышите, я не хочу! Погоди, дурочка, погоди! И вообще ты не королева, а, скажем, заграничная принцесса Эльвина. Я все равно не хочу! Погоди, погоди! Зря не кричи! Зря не кричи! Сначала нет, мы... Сначала не мы... Не хочу! Дыр, булчур! Права не имеете, старик противный! Превращай меня обратно в какую? В какую была? Да погоди ты, потише суетись. Ну ты сама посуди. Ну как же может он в такую прелесть не влюбиться? Кто? А? Как кто? Эван твой, вот что. А я в этом вовсе не нуждаюсь. А он очень нуждается. Его теперь никакая сила с трона не снимет. А уж как он влюбится в такую прекрасную принцессу, тут уж все.
мои племянницы, тоже феечки. Помогать тебе будут. Камерфрейлины при вашей особе. Значит так, сегодня вечером вы, ваше высочество, и вы, милые барышни, явитесь на королевский бал. Сделайте приятное лицо. Их высочество, принцесса Эльвина и сопровождающая ее свита. Я счастлив, ваше высочество, что вы своим присутствием, значит, украсили, значит, наш праздник. Вот. Ну что вы, ваше величество. Это как раз для меня великая честь. Да? Да. Танцевать. Я думаю, ваше величество не откажет моему высочеству. Ha ha ha!
случилось, Ваше Величество? Неужели вся музыка сломалась? Вы знаете, Ваше Высочество, когда вы улыбаетесь, да, вы напоминаете мне... Кого? Одну девушку знакомую. Ах, вот как? Нет-нет, Ваше Высочество, нет. Это она вас напоминает. Чуть-чуть, как тусклая свечечка, яркое солнце. Ну, если как свечечка. Я собрал вас в связи с чрезвычайным, непредвиденным событием. Наш молодой монарх влюбился. Кого? В непредвиденную принцессу. Это ужасно. Да ничего в этом ужасного нет. Мне в свое время довелось быть молодым человеком. Неужели? Да. И я без ума влюбился в одну писаную красавицу. И что же? Женился, и все прошло. Но вы-то все-таки женились? Да, женился. Но не на ослепительной красавице, а на своей собственной жене. Но, к сожалению, наш король решил жениться именно на принцессе Эльвине, тогда как интересы государства требуют, чтобы он вступил в брак с дочерью короля Доната, принцессой Епихарии. Вот ее портрет, господа. Господа, только из моих рук. На. Господа, господа, не забывайте, мы с вами люди пожилые, а наш король молод. У него впереди еще достаточно времени, чтобы привыкнуть к внешности принцессы Эпиморди. Эпирожи, я хотел сказать, Эпихарии. А скажите, сколько мы задолжали казне короля Доната? Да. Государстве, домыслите. Свыше 1,5 миллиона золотом, господа. Ну, а теперь, господа, я попрошу посмотреть на портрет непредубежденным взглядом. Ну, смелее, смелее. Глядя на портрет, но необходимо найти правильную, нужную точку зрения. Вот так. Вот так она уже очень даже ничего себе. Просто мила. Ваше Величество, если вы отдохнули, мы можем продолжить. Препаре, силь ву пле. Раз, два, три. Раз, Ваше Величество. Ваше Величество. Attention. Здорово. Препаре, силь ву пле, Ваше Величество. Раз, два, три. Раз, два. Выше, Ваше Величество, выше. Ваше Величество, к принцессе Эльвине надо лететь на крыльях любви. Любви вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, выше, Ваше Величество. Свободней. Отлично, Ваше Величество. Успокойтесь, господа, успокойтесь. Вы в покоях короля, господа. Господа советники, Ваше Величество, совет советников почтительнейше возражает против вашего намерения жениться на принцессе Эльвине. Что? Спокойно, Ваше Величество, спокойно. Я не собираюсь задевать личность принцессы Эльвины. А я собираюсь. Это очень подозрительная особа. Появилась неизвестно откуда, у совершенно бездетных родителей. Ну и пусть! А. Ну, Ваше Величество, но интересы государства требуют, чтобы женились на принцессе Эпихарии. Что вы слушаете? Черта с два, господа советники! Женитесь сами на этой Эпихарии! А я на Эльвине женюсь! Я на ней обязательно женюсь, лишь бы она согласилась! И нечего гудеть! Я женюсь! Женюсь и точка! А если вам не нравится...
Вы можете убираться отсюда на все четыре стороны! Вон отсюда! Вон отсюда! Вон отсюда! Я распускаю совет советников! Мы распускаем совет советников! Ваше Величество, я восхищен вашей стойкостью. И никаких канцлеров мне не надо! Ваше Величество, не утруждайтесь, я сам. До свидания. Будьте счастливы, Ваше Величество. Желаю успеха. С Новым годом, Ваше Величество. Ну, Эван влюбился. Влюбился в принцессу. А дальше-то что? Девочки, дальше-то что? Ведь нужно же, чтобы он сам все бросил, сам от всего отказался. А как это сделать? Как? Ваше Высочество, к вам от Его Величества, короля Эвана, посыльные с подарками. Вашему Высочеству от Его Величества. Подумать только, живую розу упекли в стеклянную тюрьму. Качайтесь, Ваше Высочество! Сейчас, сейчас, сейчас! Раз, два, три! Ой! А это у них самая любимая и драгоценная игрушка. Назначить свидание. Ваше Величество, 9 часов, вам пора. Робость, полет и поклон. Голос и мимика, Ваше Величество. Ваше Величество, мягкая эль и кахтавая эр. Два жеваль трави. Можно я сяду рядом с вами? Я люблю вас, принцесса, я вас очень люблю, я жить без вас не могу, я... Вы не сердитесь на меня? Можно? Я вас поцелую. Ваше Величество, прислали мне в подарок замурованную розу искусственного соловья? Я была уверена, что искусственная принцесса понравится вам больше, чем настоящая.
баран жевал траву. Мария! Плохо наше дело! Мария! Эван-то заболел! Заболел! Что с ним? Горячка у него. А сделать я ничего не могу. Как это не можете? Да вот, палочку я свою потерял, а по лекарственной части я ни бе, ни мэ. Ага, правильно вы говорите, ни бе, ни мэ. Благодарю вас. Прошу тебя, очень прошу, помоги ему. Пусто. Ваше Величество! Ваше Величество! А заметьте, ваше Превосходительство, что плоть его Величества унесла с собой весь королевский гардероб. А,
Поклеветали нашего юного короля. Вот его гардероб, весь налицо. Ну, правда, не хватает коронационного платья. Но это так оно и должно было быть. Ошибаетесь, ваше превосходительство. Вот оно. Вот оно. Коронационное платье. Господа, господа, удивительное дело, вы только полюбуйтесь. И пушинка на том же месте. А, ну у вас, оно вас всех к черту. К черту. Вас всех, господа. Король, Эван бывший. Интересно, что бы это могло значить? Очень просто. Всемилостивейший манифест об отречении от престола. А. Да-да. Ну? Чего ты на меня так смотришь? А ты? А я не смотрю, я удивляюсь, как у тебя нахальства хватает смотреть мне в глаза после того, что произошло. А что произошло? Как что? Влюбился в эту отвратительную принцессу. Но это же была ты. И вовсе не я. Ой. А самоуверенная дура Эльвина. А ты? Не я, а глупый король Эван. А ты умный? Ага. Теперь умный. А почему ты меня не хочешь поцеловать? А я жду. Чего ты ждешь? Когда у меня вырастут усы. Ура! Молодые люди! Ура! Молодые люди! Ура! Я нашел свою палочку и теперь могу совершить любое чудо, какое вы только пожелаете. В таком случае, господин волшебник, мы с Марией очень вас просим, мы вас очень просим совершить вот такое чудо. Постарайтесь, пожалуйста, если вам не трудно. Постарайтесь сделать так, чтобы мы с Эваном никогда не расставались. Ага. Естественно. Вполне естественно. Музыка номер 8.